Роальд Даль. Фантастический мистер Лис. Глава 5. Ужасные экскаваторы. На восходе солнца боги Банс и Бин все еще копали. Они вырыли такую глубокую яму, что в ней мог бы уместиться целый дом. Но так и не добрались до конца лисьего туннеля. Они очень устали и страшно злились. «Черт побери!» — ругался Богис. «Кому пришла в голову эта дурацкая идея?» «Бину!» — ответил Банс. Богис и Банс уставились на Бина. Бин глотнул еще сидра. Потом убрал фляжку в карман, не предложив выпить остальным. «Вот что!» — сердито заявил он. «Мне нужен этот лис, и я его достану. Я не отступлю, пока не сверну ему шею и не повешу его голову у себя на заборе». «Мы до него не докопаемся, это точно», — сказал толстяк Богис. «Мне надоело копать». Пузатый коротышка Банс поднял глаза на Бина и спросил. «Есть еще дурацкие идеи?» «Что?» — переспросил он. «Не слышу». Бин никогда не мылся, даже не умывался. В результате его уши были забиты всякой грязью, воском, жвачкой, дохлыми мухами и прочей дрянью. Поэтому он плохо слышал. «Говори громче!» — сказал он. И Банс прокричал. «Есть еще дурацкие идеи!» Бин поскреб шею грязным пальцем. Там зрел нарыв и страшно чесался. «Для такого дела, — сказал он, — нам нужны машины. Экскаваторы. Ковшом экскаватора мы выкопаем их за 5 минут. Идея была отличной, и двое вынуждены были это признать. «Ладно, — скомандовал Бин. — Богис, ты остаешься здесь и стережешь лиса. Мы с Бансом пойдем за техникой. Если он только высунется, сразу стреляй!» Длинный тощий Бин ушел. Коротышка Банс семенил за ним. Толстяк Богис остался сидеть под деревом, наставив ружье на лисью нору. Некоторое время спустя в лес с грохотом въехали 2 огромных трактора с ковшами. За рулем одного сидел Бин, другим правил Банс. Оба экскаватора были черными свирепыми чудовищами. «А вот и мы!» – проорал Бин. «Смерть лису!» – крикнул Банс. Тракторы принялись за работу. Они выгрызали огромные куски почвы из холма. Большое дерево, под которым сначала была нора мистера Фокса, упало как спичка. Во все стороны летели камни, падали деревья. Грохот стоял ужасающий. А в туннеле съежились лисы, прислушиваясь к страшному скрежету и лязганию металла над головой. «Что происходит, папа?» – закричали лисята. «Что они делают?» Мистер Фокс не знал, что происходит и что они делают. «Землетрясение!» – ужаснулась миссис Фокс. «Смотрите!» – крикнул лисенок. «Наш туннель стал короче. Я вижу свет!» Все оглянулись, и правда, выход из туннеля теперь был всего в нескольких шагах от них. А в отверстие они увидели 2 гигантских черных трактора почти над самой своей головой. «Тракторы!» – закричал мистер Фокс. «С ковшами! Ройте, иначе нам конец! Ройте, ройте, ройте!»